Самый длинный брат Италии. Самый длинный. Abbraccio a tutti i nostri amici italiani, ma anche a tutti i nostri. Майор Андрей Лапин, военно-воздушные силы России! Поприветствуйте! Летчики слышат вас! Многие, кто пришел сегодня на праздник, просто отдыхают. Эти ребята, настоящие мужики, сейчас работают в небе для того, чтобы всем нам здесь было по-настоящему здорово наблюдать за майор Алексей Масычев, военно-воздушные силы России. Военно-воздушные силы России. Не только специалисты, но и простые любители авиации. Самолет «Легенда» слева от вас. Военно-транспортная авиация. Ан-12. Самолет предназначен для перевозки и десантирования войск, грузов и военной техники на дальность до 6000 километров, а также для решения специальных задач. Первый полет Ан-12 совершил в Иркутске 16 декабря 1957 года. Из 59-го начал поставляться на вооружение военно-воздушных сил, где состоит на вооружении до сих пор. Приветствуем легенду Ан-12 и летчика первого класса майора Сергея Свешникова. Самолет, который повидал множество городов, континентов, различных конфликтов, но прошел через все это и сейчас вновь появился в нашем небе Ан-12. Столетие военно-воздушных сил. Тяжелый турбовинтовой транспортный самолет. Уже слышу, как все подсказывают. Антей! Ан-22! Множество рекордов. 41 мировой рекорд установлен на этом самолете. 100,5 тонн груза он поднял в 67 году. Наслаждаемся уникальным ревом двигателей этого тяжеловеса. В воздухе летчик первого класса майор Сергей Шмаков. Андрей для вас. Этот самолет предназначен для доставки войск, бытовой техники и вооружения из глубокого тыла на театры военных действий, для перевозки крупногабаритных грузов в любую точку земного шара.
В самолете широко применяются композиционные материалы. У самолета для облегчения разгрузки поднимается носовая часть. Ан-124 «Руслан». Пилотирует летчик первого класса подполковник Александр Жарников. На самолете установлен 21 мировой рекорд. Приветствуем, Руслан! Добрый день, Настя. Я полковник представляет интересы Франции. Я очень рад продемонстрировать наш «Рафаэль», который прилетели из эскадрильи Нормандии Немена. И сейчас смотрите, Михаил. Внимание, взлет! Слева «Рафаэль» проходит! Предназначен для повышения устойчивости и непрерывности управления группировками войск на стратегических направлениях. Оснащен системой дозаправки топливом в воздухе. Пилотирует летчик первого класса полковник Игорь Балащук, Ил-80. Является наличие такой огромной антенны сверху в виде большого гриба. Этот самолет предназначен для обнаружения и познавания воздушных целей, определения их координат и параметров движения и выдачи информации на командные пункты и наведения истребителей-перехватчиков. Пилотирует подполковник Сергей Глазунов. А-50 для вас! Синхронные бочки пошли! И раз!
плавно двигаясь по окружности. Знакомьтесь, карусель, раз! Там четверка самолетов «Эйнир» в построении боевой порядок выполнит двойной переворот через крыло, маневр, который называется «Питон». Белый дым создается путем испарения обычного дизельного топлива, который впрыскивается в реактивную струю и раз! Аплодируем летчикам! 1300 км в час на встречном пилотаже. Расстояние стремительно сокращается и раз! Удар с конечности начали и раз! Винтокрылая машина получила это название «Аллигатор». Генеральный конструктор фирмы «Камов» Сергей Викторович Михеев по этому поводу сказал: «Образ «Аллигатора» как нельзя, кстати, подходит К-52, машине, действующей в выжидательно-агрессивной манере хищника». А у нас Сергей Бакин вытворяет чудеса высшего пилотажа на К-52. Крены до 70 градусов, тангаж за 60. Мало кто знает из обывателей, уж извините, что на вертолете могут быть большие перегрузки. Вот во время пилотажа на К-52 Сергея Бакина, сегодня Андрея Попова на Ми-28, перегрузки в районе 3G. 3 единицы, летчик снаряжения по 300 килограмм весит, а ему надо управлять этой машиной, безопасно управлять, чтобы все было правильно, все было безопасно для зрителей. Главное условие работы на авиационных праздниках. К созданию нового поколения боевых машин фирма «Камов» приступила в конце 70-х годов.